в группу «Солнышко» Нина Ивановна прочитала нам книгу «Самый маленький снеговик», написала Татьяна Коваль. В ней очень красивые иллюстрации нарисовала художница Светлана Чепурова. В книге рассказывается о маленьком снеговичке, который жил в необычной деревушке. Почему необычной? Да потому что там сделано все из снега. Снежные дома, снежные кроватки и снежные столы. Так как снеговичок был совсем малышом, с ним происходили разные смешные забавные случаи. Однажды он хотел показать салют в школе, а разбил ледяное окно. Ждал, когда на метле распустятся зеленые листочки, так и не дождался. А однажды он ушел без спроса в дремучий лес, чтобы найти звезду, которая упала с неба. Искать ему помогали лесные жители. А что было дальше, вы узнаете, прочитав книгу «Самый маленький снеговик», написала Татьяна Коваль.